Друзья, всем привет! Прежде чем мы приступим к распаковке, я бы хотел сообщить две приятных новости. Первое, это то, что в канале China Goodbye проходит конкурс, в который розыгрыш призов, по которому состоится 10 января, совместно с магазином GearBest. Мы подготовили конкурс, там простые условия, ссылка будет в описании. Ныряйте, участвуйте, выигрывайте. Я думаю, что участников будет немного, поэтому будут большие шансы выиграть и получить ценные призы. Помимо этого, в этом видео мы проведем тоже 10 января розыгрыш среди подписчиков канала, которые оставят комментарии под этим видео, любой абсолютно комментарий. Разыграем тоже вот такую колонку, то есть в одном из видео у нас мы уже разыгрываем ее, там нужно правило набрать 250 лайков под видео. Эту же мы разыграем просто среди тех, кто у нас что-либо откомментировал под видео, поэтому просто ставим лайк, подписываемся и оставим комментарии под видео. Все, это три основных условия. На этом все, смотрим дальше нашу распаковку. Всем привет, сегодня у нас 19 посылок в гостях из разных магазинов. Здесь я отделил магазин GearBest и AliExpress, здесь у нас JD. И вот одна посылочка была проверена, вот как выглядит, если она проверена таможней. Вот такая вот клеенка, check it by. Ну, в общем, сейчас проверим. Ну, давайте распакуем и посмотрим, что же нам прислали. Итак, вот такая вот гора посылок пришла. Все абсолютно разные. Сейчас мы быстренько посмотрим на них. Ну и что более интересное, отдельно снимем видео. Например, вот этот вот F-36. Сейчас мы его откроем, посмотрим комплектацию. Но детальное видео я сниму про него отдельно. Вот, потому что это квадрик и... чтобы не занимать видео мега распаковки. Вот так вот он выглядит. Здесь у нас джойстик, запасные лопасти, зарядочка, отверточка. Вот так все компактненько, красиво выглядит. Коробочки больше ничего нету. Отдельным видео распаковочку эту сниму и попробуем на нем полетать. Пока откладываем. Дальше, давайте будем смотреть. Так, вот это у нас косметичка Schwarzkopf. Фишка в чем? Она очень крутая. Я ее когда первый раз заказал, то есть я заказал их несколько штук сейчас для родственников, вот они приходят. Вот, первую я одну заказал, 69 центов она стоит, то есть за 69 центов она очень крутая. Вот эти вот пластиковые такие вставки, они гнутся, но они как пластиковые. Вот, ну, такой силикон, не знаю, как их правильно объяснить. Вот, вот так она выглядит. Разборная, то есть, ну, стандартного размера косметичка. Вот. Очень хорошего качества. То есть, за 69 центов, вот, немного просвещается. Видите, полосочки с треугольничков. Но, она уже была у нас в распаковках. Моей жене очень понравилась. И она говорит, закажи еще. И я заказал еще родственникам несколько штук. Там, не знаю, штук 5 идет. Вот я их назаказывал. Действительно классная косметичка. Вот, если не знаете, там, что подарить возлюбленной, можете подарить. Я думаю, она будет рада. Потому что косметичка действительно хорошего качества и стоит всего 69 центов. Вот, откладываем. Это магазин JD. Он постоянно продаются. Последнее время быстро их распродают. То есть, там в течение получаса, допустим, заканчивается количество выделяемое. То есть, подозревают, что скоро они закончатся и больше их не будет. Но, если они еще появятся, то есть, я могу смело советовать, берите, классная косметичка. Далее, вот такая вот сумка, тоже мы ее уже смотрели. Это я их накупил, не знаю, там штук 5, наверное. Сумка типа для кроссовок, для обуви, большая сумка. Такая, из полиэтилена она сделана. Вот. Такая вот классная сумка. Здесь она двойная, стенки у нее, ну, то есть пакет этот двойной. Крепкий ремешок, вот затягивается все. Такие вот крепкий шнурок. В общем, классный пакет. Вот этот вот Anta Running. То есть, ну, классная сумка. Я их заказал, не знаю, штук 5. Все поприходили, вот эта вот последняя пришла. Немножко она задержалась. И еще что у нас уже было, это вот такие вот штуки.
Это офигенная вещь. У меня в одной из распаковок я показывал, как я ее приспособил. Там, где у меня зарядная станция, то есть я ее приспособил. И классно, что не нужно искать кабель, где там конец, где распутывать и так далее. То есть ты прицепил вот эту вот пластинку на двухсторонний скотч к стене. И вот эти вот магнитики одеваешь на провод, на конец провода. Вот так. И пристегиваешь сюда к... Где-то я чем-то зацепился блестящим. Вот, и пристегиваешь к этой пластинке, которая висит. Вот, держатся они хорошо, не падают, не отпадают, то есть отлично. И потом, когда нужно, ты взял кабель нужный, который тебе, и воткнул куда тебе надо. Я сейчас добавил там у меня и поменялось... Стойка с наушниками одна появилась, потом грибочек появился, и все более компактно делаю эти места, где я заряжаю телефоны. И для этого купил три штуки вот таких вот Бьязе, вот, или как бы Би-кейс, да. Вот, классная вещь, очень прикольная. Единственный минус может быть, когда, если друг другу их прилепить магнитом к магниту, у меня было, что магниты вот... Ага, здесь, видите, не дает прилепиться друг к другу. Вот, а у меня в одной из версий, ну, в предыдущих, как два магнита друг к другу прилипли, и здесь, видите, уже сделано, что они друг к другу не магнитятся. Но у меня они примагнитились, и я когда вытянул, второй магнит просто остался на первом, то есть вытянут. Ну, как бы я капнул клея, прилепил, теперь все держится. Вот, ну, отличная вещь, я могу однозначно советовать, очень классная. Вот, покупал на GearBest, ссылка будет в описании. Откладываем. А, тут еще инструкция идет. Вот такая вот небольшая, как им пользоваться. Далее полотенечко, это магазин JD, просто полотенечко, там рандомный цвет, мне вот прислали розового. Полотенечко прикольное на ощупь, к заусенкам на руке немного цепляется. Вот, ну классно выглядит вот такое вот полотенечко. Это, по-моему, тоже из магазина JD, их там постоянно разные продают полотенечки. Еще одно купил. Откладываем. Далее давайте посмотрим на вот эту вот две штуки я заказал. Это на ключи. Очень удобно, маленькие фонарики на ключи, на ключнике. У меня был наключник, но он перестал заряжаться, и поэтому я его начал разбирать. Там оказалось, что слезались болты, и я не мог разобрать, психанул, расколол его. В общем, те, кто в чате у нас подписан, знают эту историю, я рассказывал. В общем, вот так выглядит вот здесь вот микро-USB. Это хорошо, потому что популярная. И давайте попробуем. И работает из коробки, и довольно-таки неплохо светит. Режим 1. То есть подключить, подсветить для замочную скважину, для ключей. Вот, отлично. Вот так выглядит. Классная вещь, мне уже нравится. Откладываем. Покупал себе и жене. Давайте дальше посмотрим. Вот такая вот штука для кабеля. Вот, это для ребенка. Заказывал мой знакомый, хороший друг. Вот. Что у нас здесь? Здесь такая вот коробочка, в ней ничего нет, просто рекламная коробочка. Вот такая вот акула. Цепляется она на кабель. Нацепили на кабель. И получается, втыкаем ее в телефон, и акула у вас заряжает, типа кушает, кусает телефон, собирается скушать, вот-вот. Такая вот прикольная акулка, это ребенок захотел, ну и мы купили ребенку моего друга. Далее давайте посмотрим на перчатки. Перчатки из магазина JD. Я покупал себе перчатки для того, чтобы на турниках, если на турниках часто висишь, ну там или занимаешься спортом, гантели тягаешь, вот здесь вот затираются, натираются мозоли. И ну реально они такие как бы неприятные и часто облазят потом кожу и все. Я купил себе перчатки на eBay, что-то там около $3.50, около $3 есть у нас в распаковках. И потом увидел по $1.99 перчатки на
GD и решил взять две пары себе, потому что, ну, действительно прикольные и они дешевле намного. Ну и вот так выглядят. Вот, здесь у нас, получается, вставка есть для того, чтобы не протиралась в этом месте, но нет вот этих подушечек. У моих, которые я покупал на eBay, они, конечно, покруче сделаны, потому что у них есть вставки силиконовые, такие мягкие подушки, чтобы не больно было, вот, вообще. И они такие вот немножко маловатые, эти перчатки, мне кажется. То есть, хотя, давайте вторую одену. Вот, на мою руку, конечно, подошло, но у кого побольше рука, я думаю, не подойдет. У меня средняя статистическая рука, поэтому, вот, но выглядит хорошо довольно-таки. В общем, прикольно сделаны вот такие вот синие и вот такие вот черные я взял. Вот, ну, отлично, прикольно, буду пользоваться. Давайте дальше. Дальше магазин JD тоже. Вот такая вот штука для мытья посуды. Иногда приходится, нужно помыть там, допустим, бутылочку. В предыдущих обзорах видели бутылочки. И неудобно ее мыть пальцем там или чем-то мочалкой туда доставать. Я специально купил по распродаже, по-моему, по 19 центов были вот эти вот штуки. Причем она отцепляется вот здесь, и можно вот эту вот ватку поменять. То есть можно сюда воткнуть обычную мочалку какую-то. Вот, и сменная, то есть пластиковая ручка держится. Так выглядит. Вот, и можно любую бутылку хорошо вымыть теперь. Взял я несколько штучек таких по 19 центов. Хорошая вещь. Даже, наверное, меньше, по 12. Но я точно не помню. Ссылка будет в описании и на товар, и на акцию, по которой я покупал. Далее, тоже магазин JD. Это баф для ребенка. Давайте посмотрим. Сделан синтетический такой, ну, не совсем приятная на ощупь, конечно. Вот, синтетический бафик. Ну, тянется хорошо. Вот. Рисунок здесь байкера. Там повязывать эти бафы можно там миллионом методов. Давайте попробуем померить на себя. Сделал из себя бабушку такую, вот, видите, хоп-хоп. Вот, бафик. Косяк. Вот, ну, обычно там на шею вешают, можно сделать на так, то есть, и там всяких методов повязки, его очень много у этих бафов, то есть, вот так. Вот, прикольно, материал мне вначале чуть не понравился, но вот я как бы, не знаю, может, привык к нему и действительно вроде такой неплохой. Ну, не отвратительный, я бы сказал, то есть он как синтетика, но, ну, ничем не пахнет, кстати, и вот я его вот поодевал и вроде бы привык сразу, то есть лицо сразу привыкло к нему, ну, мягкое оно. Кстати, даже борода пробивается сквозь эту штуку. Вот, такая вот прикольная штука. По-моему, доллар я покупал. Ссылка прямо будет в описании. На пакете есть примеры, как можно повязывать этот баф. Но их, я так понимаю, там намного больше, потому что, ну, баф вот такая вещь универсальная. И там много всяких применений для бафа. Вот. Ну, все-таки на пакетике есть. Вот, там, по-моему, для ребенка позиционируется, но, как видим, на меня налезло, и все отлично, то есть вот такого вот она размера, не знаю, сантиметров 50 длину, вот, и хорошо тянется. Откладываем. Далее, давайте посмотрим на вот эту вот штуку, это тоже из JD, вот в такой вот коробке идет такая вот металлическая подставка, кто-то из подписчиков ее советовал, написали, что хорошая, металлическая, не хватает там, по-моему, выреза или что-то такое, вот я решил себе взять. Алюминиевая такая, вот, с резиновой подставкой. Вот здесь тоже вставка резиновая, ее сразу незаметно. И тонкая, то есть здесь вот толстая резина, а вот здесь тонкая вкладочка, чтобы телефон не катался, не ездил. И снизу большая площадка, тоже резиновая, прикольная. И сама штука металлическая. Вот, прикольно, давайте посмотрим, как телефон будет выглядеть. Вот телефон. Вот так. Так. Ну, симпатично, симпатично. Класс. Металлическая такая, добротно сделана. И, ну, видно сразу, что качественная вещь. По-моему, около доллара стоит.
Далее давайте посмотрим на кабелек. Кабелек тоже с JD, по-моему. Вот. Такой iPhone. И на два разделен, то есть зарядка и что это? И наушники, да? А, наушники Type-C вообще. iPhone с переходом на Type... А, не, или нет, на, нет, все-таки айфоновские наушники, да, то есть сюда включать перемоточка. Yaomaisi. Вот, и вот так вот он выглядит. То есть питание подключили и включили питание. Заряжаем iPhone и сразу еще можно параллельно слушать музыку. Но с длинным, такой вот переходник получается, два в одном, но с длинным шнурком для зарядки. Вот, отлично. Качество хорошее такое, он добротный такой кабель сделан в плетеночке. Ну, очень все хорошо сделано. Вот, не придраться. Немножко осталось товаров, а именно три штучки. Давайте вот начнем с коробочки, с этой. Это у нас стакан, я так понимаю, для зубных щеток. Не знаю, зачем я его покупал, у меня щетки висят на стене, есть в обзорах. Вот, ну не знаю, понравился мне, и я его купил. Вот, так, здесь еще запаяно. Вот, типа попа свинки, хвостик, ножки. Как будто она в стаканчик заглянула, свинка. Легким движением откручивается. Пластиковый стакан довольно-таки неплохого качества. То есть можно сюда поставить щетки и, ну, только небольшие, то есть невысокие, допустим. Или там какие-нибудь принадлежности и накрыть попкой свинки. Вот. Прикольный стакан, ссылка будет в описании. Вот, ну, честно, не знаю, зачем я ее купил. Вот, просто интересно стало. Что это за стакан? Обычный пластик. Тут тоже пластик, приятный на ощупь, конечно. Здесь глянцевый, здесь такой матовый. Ну, давайте дальше. Дальше, вот эта вот сумка, это, по-моему, из магазина Tom Top. Если не изменяет память. Нет, это не сумка. Это я гоню, это простилка. Простилка, и заказывал ее до того, как я собирался на море. И пришла она вот только сейчас. Получается, шла, наверное, месяца полтора. Вот. Такая вот простилка. Швы. Так, где-то я тут ниточку видел. Ага, вот такие вот ворсистые ниточки торчат, пара штучек. Вот. Здесь как бы есть. Но по швам... нитки не торчат, и все отлично сделано. И она такая, как плащевка, не знаю, там полиэтилен какой-то, что не должна промокать. То есть она не промокает. Вот, ну и давайте попробуем расстелить ее и посмотреть, какой же размер у нее. Небольшая простилка, 1,45 м на 1 м. Вот, но выглядит прикольно. На ощупь тоже прикольная. Вот, и на каждом углу вот такие вот есть штучки. Я так понимаю, мы эту штуку можем повесить на навес, на штыри, делать навесиком. Очень качество классное, сделано все очень хорошо, прошито хорошо. По-моему, я брал его на Tom Top, но точно ссылка будет в описании, где я ее брал. Найду, когда буду видео выкладывать, добавлю. Покупал я больше ее для того, чтобы положить в машине, потому что в машине у меня еще простилка обычная лежит, как бы занимает там много места. И теперь будет компактная, вот такая вот компактный мешочек с простилочкой в бардачке. Ну и последнее, что мы хотели посмотреть, это вот такая вот на присоске мыльница. Давайте ее раскроем и смотрим. Так, здесь какая-то вот снизу, не снимается, просто такой вот... Не знаю, пятачок, зачем он сделан, непонятно. Вот, присоска силиконовая и очень мягкая. Круто. Должна крепиться намертво. Вот. Тут еще система натяжения, то есть мы получаем, имеем силиконовую присоску. Вот, разборная, все. Болтом она... натягивается, то есть когда мы затягиваем, она втягивает в себя лучше воздух, ну и соответственно крепче крепится. И вот так это прикольно выглядит. Я пока не знаю, куда ее буду крепить, поэтому если прикреплю, конечно, до выпуска, выхода этого видео, то добавлю. Если нет,
то не обессудьте, пожалуйста. На этом у меня все. Ставьте лайк, подписывайтесь. До новых встреч и удачных покупок!